предлагаю вашему вниманию DZ Deadline. Это стабильный сервер, на котором представлены различные зоны. Тактическая, сейф-зона и зараженная. Тактическая зона представляет собой особо заскриптованный режим игры, в котором в зависимости от количества людей меняются задания. Захват или дедматч, все будет происходить на отдельной территории. За победу повышается ранг, за который будут небольшие бонусы в стартовом луте при игре на основной карте. Игрок появляется в рандомном сете, которых более 20 штук, и все они прокачиваются. Введено много нового оружия, одежды и вещей, аирдропы и многое другое. Присутствует ночью, около 40 минут. На карте две сейф-зоны, но кроме них есть секретное подземелье с топовым лутом. Для рейда в зараженной зоне потребуется костюм РХБЗ. В общем, DayZ Deadline – некоммерческий проект с хорошей сборкой модов и адекватной администрацией. Играйте в свое наслаждение без донатов и прописанных сетов. Если заинтересовало, незамедлительно подписывайся на их группу ВКонтакте, в которой найдешь всю нужную информацию. Ссылка будет в описании под видео. Мы туда подплывем, этот вытащим телескоп, посмотрим все это дело. Ага, окей. Потом сразу туда можно подплыть и в город в этот нырнуть, в городок. Хорошо. Еще. Сейчас тихонечко, медленней. Еще немного. Еще чуть-чуть. Оп, вот так, стоп. Чуть-чуть вверх, буквально немного. Все, вот так хорош. Здесь тепловизор у нас есть. Вижу, там у них 113-ка в этом самом, в триггере тусуется. Да, вроде как. Понял? Да, вижу. Вижу пехотинцев перед нами. Так, нормально тебе видно? Да, хорошо. Так, азимут 112 от нас, точнее, где получается? Ну да, вот где метка стоит. Больше никаких не вижу засветов, остальные метки все мет уже проставил. Так, Хамви отсюда уезжает обратно в город. 113-ка катается. Зимут 96. Дал метку. Давай потихоньку в нашу бухту. Понял. Еще чуть-чуть. Все, хорош. Никаких засветов. Чем можете двигаться-то, наверное, потихоньку. Ватсапч.
Проверка. Ты вышел? Да, да. Чисто? Чисто. Продолжаем движение. Тут, блядь, пехота была по меткам Мака. Это примерные метки. Вижу Хамви с Птуром. Где, где, где? На 20. 300 метров, блин. Двое. Принял. Можем уработать тихонечко их. Давай, давай, ща я подхожу к тебе. Он может уехать. Быстрее. 300 недалеко вам? Нормально. Едет. Ставь 300. Кто едет? 113-ка, 113-ка. Можем сейчас Птуру брать. WhatsApp, если готов. Сейчас, погоди, не вижу пока. На 20, на 20, да, справа часть горы. Вижу, вижу Хамби. Вышел с него, спешился. Блять, может нас увидеть. Сейчас. Ожидай. Не ходите, не ходите в полный рост, не ходите. Сейчас он заехал. 316 метров. Принял. Ага. Готов? Давай, на счет три. Раз. Два. Минус. Хорошо. Минус. Еще одного, смотри, где он. Он за рулем. Он за рулем, да-да-да. Не-не-не, он один поехал, да. Все, отлично. Тут союзники с нашей стороны поднимаются на базу. Да, пойдемте. Вижу пеха, походу. Вижу пеха, да, да, походу. Где? WhatsApp живой? Да, северо-запада противник был. Шелка отработала его. Не надо. Харёк, иди взрывай пушки. Они взорваны. Задача триггер захватить. Здесь Мэтт ходит по триггеру, орёт, что надо взорвать пушки. Мины. О, вот сейчас взорвали последнее. Не, я хочу жить.
Да, едет БТР с пехотой. Это танк, танк, танк. Нет, БМП. А, БХ, 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 БХ. Пардон. Встречать? Без конечно. Пехоты, без пехоты. Там внутри. Там мехводы торчат, да. У вас бля, труба, у вас труба. А, Кайман. Далеко да, да, не да. Добью, проехала. Проехала, я тоже не добью. К нам же едет. Едет прям наш лес. У вас Каймана труба. Хорош! Добивайте. Да-да. Нет-нет, не шайтан. Актер? Актер стрелял вроде, его зацепил. А ты хочешь на машине найти их? На метке. Ну да. Зачем? Ну, быстрее так нет. Так, у меня семерка, не примите. Ну, а типа, танк еще две бэхи тебя не смущают? Нет, так давай мы сейчас... Что это? Враг. Убил одного. ГПшку, ГПшку туда. Сзади, сзади. Дальше. Дальше левее. Нас убили кого-то. Кстати, семерка еще одна была у него. Может, отделение подошло еще? Могло. Отхожу на запад. Вилька, давай я флангану со своей стороны. Я нашел просто с калашом. Ну, то это отстреливание. Может, 26-я была, они же одинаково. Да-да-да, это 26-я. Нашел семерку. Че за дымы? Хайдар, я рядом. Елки, блядь, каска пролетела. Бивай нахуй, че ебать. Север, видимо, да? На севере, Бекер? Хорошо. Посмотри, КВ может еще работать. Кайман калаш взял. Халькон мертвый.
Пачка сверху летит, по-моему. На нас миномет навели. Проходите вперед тогда. Черная дыма, если видите. Туда, да, сейчас был? Ну да, только я убил его уже. С севера. Что, там ваши ГП шут? Да. Лукаш. Да, я убил его, он хотел убежать. На юге, на горе еще какие-то контакты. Впереди городе тоже выстрелы. Валикастро, который... Миномет. Ложись. Еще дал по дому. Такое прямо рядом. Ответка. Этот к дому кто-то зашел. Остановитесь, бэка. На Сайдара убили. Еще кого-то убили. Юго-запад. Или зацепили. И некого тут. Тылы, Харек, живой? Тише. Нас тыло, 140. Трассу видел, не веду жу его. Наши бэхи, походу. Еще пуск. Еще с запада. Блять, да сколько их там? Все. Ей, похуй. Давай тогда ими займемся, что ли, да? Блять, пятый. Трубу, может, выкинем? Давай. Вижу их. На 200. В нашу сторону двигается. 200 метров от нас. С РПГ-7.
Да, идет ко мне. Прям по полю. Там зеленка из кустов по полю. Убил. Отхожу. Я правее. Там, походу, файтер начал триггер уже приходовать. ГПЧ. По тебе, Харюк, беги. Файтер. Да. Вы тут у триггера, да, катаетесь? Мы внутри уже даже. Сода, блядь. Сода, мы их просто уничтожили. Все, ходите подальше от машины. Можешь я смирочку только на себя сам ставь. Да, Марк. Все от машины отошли. Вроде да. Все, разобрались, наблюдаем. Востока, с востока. Северо-восток. Восток. Ну это там, типа, он работает. Ну, наблюдай, чтобы не подставиться. Да я первый должен увидеть, и кто впущу сразу. Значит, там высадка была, смотрите хорошо. Айдар, тебе видно тот спуск западный? Да. Угу. С севера от вот этих мальчиков. Марч, на дальний? Да? Да, я на дальний. Отвечай там? Да-да. Про вот этот? А, западнее, они могут туда на горку выйти, знаешь, на кромочку. Да там пока это флот забить. Ну, смотрю. Посмотрю. Угу. Айдар, нормально? Так, да, шайтан, не... Кто сейчас перебежал? Дорогу не перебегал? Нет, нет, нет. Шайтан метку поставил, к вам перебежал один. Встречайте его. Прямо возле нас? Да, прямо возле вас. Поставил метку на пехотинца, перебежал дорогу со СВД с трубой. ЧСВшник. Без каски, если чё. Айдар, смотрите, это у нас. Прям к вам ушел туда в лес, в лесок. Наверх? Ну, я метку вдоль поставил. Дороги. Я метку поставил. Метку поставили практически всем трубам. У Айдара. Потому что он там. Айдар живой? Сдвиг сделали? На сдвиг уходим.
Проверка убилого. Хорош. У меня тут прикрытия больше нет запада. Кайман, ты под рыжим деревом? Нет. Под рыжим деревом. Дал метку, смотри. Убивай. Я не смогу, он заполз. Полз примерно в ту сторону. Но там эту полянку они все равно один хер должны как бы перебегать. Может быть, актер или ярче перейдете на восток? Моя зеленая восточная. А там не видно ни хрена, кстати. Я знаю, там много кустов. Ярче, мы вдвоем с тобой тут остались. Что ты смотришь? 130-ю север. Ну, смотри, хорек восточный, он восток будет смотреть. А у тебя получается запад, на тебе север. Мидгар, оттягивайся потихоньку к электростанции, если можешь. Принял, сейчас я посмотрю трупы, может, у них что интересное. Блин, может, он по западу пройдет? И как раз пойдет в лес, откуда пришли дорогу. Ну, смотри сам, просто шепнут. Они дорогу переходят уже. Возле моей метки, восток 100 метров. Бля. Дал метку. Все, двинул. Один точно перешел. Да, убил его. На твоей метке куда-то хотел идти. Добил, с трубой. Все, рядом с тобой. Ага. Гляну, что у него. Давай, я север посмотрю пока. КВшка у них рабочая, я слышу их хорошо. Он последний остался. В семерке? Не знаю. Одиночка Дэнки. Тяжелые. Да. Тяжелые. А, нет, их трое еще. Делаем. Делаем. А две? Понятно, я один остался. Давайте еще. А, точнее, ну вот. Две, да. 130-й спускается к дороге. Шайтан. Понял. На запад. Мидгард, встретишь? Ты там где-то рядом должен быть. Дал метку. Сюда, если пойдет, я встречу. Вижу, СВДшник. Не, у меня автомат. Возле лэпа. Да, идет по дороге, вижу. Минус. Актер, ты по кому? Западную. Понял. Ты по нему, да? Угу. Он в лес ушел или что? А, вижу. Обратно уходит. Мидгард жив? Да, жив. Смотри, знаешь, где он? Вот метка хорька, там у дороги стоит камушек. Вот за этим камушком. Может быть, увидишь его. Пошли по пятам этих синих. Можно тогда отступить на юг, ближе к Черно. Ну да, нам на эту карьеру надо уже стягиваться. Тут эти двое осталось, человек нам ловить ходить. Справа свой крадется.
Мехвод какой-то. Чтоб нас не пристрелил. Целит нас. Да, я вижу. Ясно, и стреляет. Он убил актера, блин. Ёб твою мать. Убей его. Убил, блин. А где медик ходил, Харёк? Ну, тут возле меня где-то был. Чё, помощь надо, парню? А? Нужна помощь? Я понял, он убежал куда-то на север. Чтобы затащить меня, был УАЗик. А где УАЗик стоит? Не знаю, медик он куда-то убежал. Давай я тебя подтащу, там, быстрее будет, наверное. Мы сразу всех перебили уже. Я оттуда иду. А вот медик. У вас там чисто, да, было на западе? Да. Ништяк, значит, только восток, а в север немножко остался. Крик ему скажи. Ой, интересно, а это не ты по мне стрелял? Нет, мы были на севере далеко. Тут один силовец, союзник, нас обстрелял. И все, больше никого не было. Да, да, я же там на свадьбе. А это по кому работает? Принимайте пациента. Я на метке, смотри. Сдымится, конечно, отойти, но здесь голое поле. Сейчас. Сука. Да, мне прям. Не умирай. Пока не попал. За голым деревом или тёлка? Да у меня там, мне кажется, совсем нет. С ТВшкой он был? Подстрелил одного. Дам хае. Под лэпом. Ещё чуть-чуть. Оп, вот так, стоп. Чуть-чуть вверх, буквально немного. Все, вот так хорош. Да что случилось-то? Вяжут нас. Я их пасти. Ага, попались. А? Не пускай. Тебе помочь? Если вы не хотите пропускать новости или анонсы канала, смотреть скрытые видео доступны только по ссылке. Вступайте в группу ВКонтакте. Ссылочка будет в описании под видео.